30 лучших бухгалтеров города сегодня были награждены грамотами и благодарственными письмами главы Сочи. Анатолий Пахомов поблагодарил сотрудников отрасли за своевременное и правильное перечисление налоговых платежей, благодаря чему город может решать социальные вопросы, строить школы, больницы, детские сады. В городе Сочи у нас сегодня достаточно хороший профессиональный коллектив бухгалтеров по всем нашим подразделениям, администрациям. И, в общем-то, мы с вами вместе видим, что мы успешно продвигаемся вперед по всем направлениям и выполняем свои социальные обязательства в полном объеме. Ну и даже сложные, как считается, в целом в стране времена инфляции и санкции. Тем не менее, в городе Сочи мы справляемся с тем бюджетом, который перед собой ставим.